Здравствуйте, меня зовут Полина, и в этом уроке я расскажу о льдогенераторах и бункерах для льда торговой марки «Хуракан». Расскажу, где и для чего используют это оборудование. Льдогенераторы производят лед разного типа. Тип льдогенератора зависит от формы льда, который он производит. В линейке «Хуракан» представлены модели для производства льда в виде кубиков, в виде гранул, чешуйчатого льда и пальчикового льда. Расскажу отдельно о каждой форме льда и типе льдогенератора. Лед называется пальчиковым, потому что в результате обретает форму полых цилиндров. Площадь соприкосновения пальчикового льда и жидкости велика, поэтому пальчиковый лед быстро охлаждает коктейли и другие напитки. Пальчиковый лед производят вот эти 4 модели льдогенератора. На экране вы видите название модели и их характеристики. Это объем бункера и производительность сутки. Размер льда у всех моделей можно регулировать. Вот эти две модели подключаются к водопроводу, а вот эти две модели работают автономно. Следующий тип льда – кубики. Кубики – это классика. Пожалуй, самая популярная разновидность льда в заведениях общепита. Кубиковый лед используют для охлаждения напитков и для подачи шампанского в ведерках. Две модели льдогенератора «Хуракан» производят кубиковый лед. А также вы можете увидеть название модели, объем бункера и производительность льда в сутки. Обе модели льдогенератора работают автономно, но лишь одна модель подключается к водопроводу. Следующий тип льда в нашем списке – чешуйчатый. Это пластинки с температурой от плюс 6 до плюс 12 градусов Цельсия. Используют чешуйчатый лед для выкладки рыбы и морепродуктов в витринах. Одна модель в линейке «Хуракан» производит чешуйчатый лед. Гранулы – еще одна разновидность льда. Гранулы – это крошечные градинки размером не больше 10 мм. Используют такой лед в качестве ледяной подстилки для организации шведского стола или для выкладки свежей рыбы. Есть три модели льдогенератора, которые производят гранулированный лед. Все три модели подключаются к водопроводу. У всех моделей льдогенератора «Хуракан» воздушный тип охлаждения. В этом уроке я рассказала о льдогенераторах и бункерах для льда торговой марки «Хуракан». Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях. С вами была Полина. Пользуйтесь техникой правильно.